Лицензии на разработку недр в Украине будут продавать открыто на электронных торгах. До конца июля Кабмин примет первые документы о внедрении таких торгов. Речь идет прежде всего о добыче газа. Премьер Владимир Гройсман считает неправильным, что Украина до сих пор импортирует газ, вместо того, чтобы обеспечивать себя собственным. По его словам, новая система упростит не только процедуру торгов, но и поможет привлечь больше потенциальных участников. Одновременно вырастут и поступления в бюджет. Первые электронные аукционы должны стартовать в начале следующего года. Такій справі, як доступ до надр, до добування газу, завжди це питання було закритим, не було політичної волі для того, щоб це відкрити для учасників добичі, щоб Україна була незалежною енергетично, щоб ми не купували газ за кордоном за валюту, щоб ми все робили для того, аби Україна стала абсолютно незалежною в цьому контексті.